О том, что на этом месте задолго до депортации располагалось мусульманское кладбище конца 19-го – начала 20 века, говорят местные старожилы. На участке уже залили основу под будущую детскую площадку и завезли строительные материалы. Анам, бабам, бирде, мезарлык олганы айтты. Тап, эвелден койылган екен, мындаки үлдер. Шындыки мезарлыга дегіл. Оның үшін біз мезарлығын янынан кечмейе, кеченде дуа ятып кечейдік. Алла рахмет елесін, дие. Шынды бұ айдылықлар, мына не апачық болыдар, балаларыны ойнатачық болыдар мында. Лайық мы? Бұнда біздің ижратларымыздың көмілен еріні, ижратларымыздың сүйеклерін үсіне ойнамая, аш пішірмейе мында лайық мы? Информацию, подтверждающую, что здесь было кладбище, можно найти и в книге об истории села, которую издал активист национального движения Рифат Муслимов. Мезарлық олған ерге келіп, дуа яптылар. Анан сон, деген бір терегін тұбінде мен анам неткен, дефін еткен ері бар еді. Бұл терегін тұбіне екіліп, анасының аңып, ағылыған еді бекірі. Местные жители направили обращение в муфтият Крыма и собирают подписи против строительства здесь детской площадки. Мой покойный отец, бабам, Рифат Муслимов, всегда говорил, что здесь похоронен, что здесь похоронен мой отец, то есть мой муслим деде здесь похоронен. И мы категорически, категорически против. Почему? Как мы должны воспитывать молодежь? Как мы должны воспитывать нравственное воспитание? Какое давать подрастающему поколению, если здесь, зная, что здесь мусульманское кладбище, они здесь строят детский развлекательный центр? Я обращаюсь к местной администрации нашего села. Облагоразумьтесь, придите в себя, не делайте такие вещи, не надо учить наших детей таким вещам. Активисты обратились в сельсовет Солнечной долины. Там обещали поднять архивы и проверить информацию о захоронениях.